вообще на тот самый перекресток Шибы. Вот. Где в токийском дрифте чувак дрифтил, и все люди разбегались. Да, вот такая движуха, блядь. Короче, как на Красной площади... Когда Путин приезжает. Или 1 января. Целый день, каждый день. Родник. Салам от Косолапова. От Косолапова, обнял. Потом пересмотрел. Он вот здесь дрифтил. Ну, в общем, это тот самый перекресток. Тот самый перекресток. И здесь же был в прошлом году I have a pen, I have a короче, heavy metal тут был. Позавчера я. Я же тоже просто. Родник, ты как? Да как кривоват. Да вы его, эту штучечку на меня. Сандалил 300 коньяка. Слушай, блядь, 3 по 50. И будь. Сейчас, нет, дядя. Меня это... Поправило здоровье, вот эта вот баночка. Ну, мы еще сегодня продолжаем банкет, так что, так сказать, на будущее за дело хорошее. Мама Яна, привет. Я в Токио, все нормально. Кушаю, пиво пью, отдыхаю. Вокруг желтые ребята. В масках все. Политика императорская. Он, кстати, уходит. Кстати, он именно сейчас уже уходит, между прочим. Ужасно. Трагедия. И новая эпоха, кстати, в Японии. Слышал эту новость? Какая? Рейва называется. То есть, ну, в Японии до сих пор эпохи. И сейчас идет эпоха нового императора. А эпоха Ельцина была у них? Нет, у тебя пришла еда, бля, дядя. Вот такая система. Давай на кнопочку. На кнопочку не забывай нажимать. А то вот этот вот желтый ребенок не получит еду потом. Вот этот Имамото, блядь, переехал. А он тогда может понять тебя. Да? У них какое-то популярное имя. Так, у нас там Ким Чен Ын, блядь, как попадает. Да он за этот, блядь, чебурек. Он, короче, в жопу. И хуй знает, он, блядь. Блядь, ну ты типа жрет нахуй малой, блядь, я нахуй вообще, слышишь? Как, я не знаю, что, блядь, как нахуй. Тузик. Хлебу, блядь, грузит, жжет, блядь. Потому что там еще один Игорь смотрит прямо в камеру. Что делать? Вот этот, блядь. Следующий. Да я тоже сейчас, блядь, пиздов получу. Go. Пиздец вообще, дядька. Ты вот это сними, вот это все поснимай. Чё ты мне это показываешь? Это для меня вообще... Каждый день целый день. Короче, знаешь, я вот так скажу. После первого дня пребывания, значит, мысли такие. Во-первых... Блять, какого хуя не едут на встречку? Это раз. Два. Можно, блять, накатывать прямо на улице, и никто, никакие мусора до тебя не доебутся. Три. Алкашка продается, блядь, круглосуточно. Да. Это пиздец, охуенная тема, понимаешь? Это не Россия, не в 10 часов, блядь, клоус. То есть можно нахуй в час ночи заскочить, взять вот такого, блядь, прикола и как бы двигаться дальше. Короче, блядь, мне все нравится. Я вообще вах. Саша, ты сними вот это все. Братан, ну вот мы где. Знающие люди поймут, что где мы. Вот здесь полиция контролирует сразу же наш. Мусорылы. Да мусорылы везде, ебать. Да, это вот чисто нас поджидают девочки. Потенциальных, так сказать. Покупателей. Чисто вот такого Кирю. Я голосовал. За Путина. За Путина. Братан, мы здесь вчера плясали караоке. Вау. Короче, все охуительно вообще, ребята. Короче, всем советую приехать в Токио по-любому. Потому что вы просто видите. По-любому. Какие-то шалавы стоят, вот эти вот. Братан, мы. Но я вставлю свои 5 копеек. Да. Короче. Мы находимся с Андрюхой сейчас на Рапонге. Это один из самых одиозных районов в Токио. Можно даже просто, как бы, вот сказать, типа, вот это чё сейчас хуи вонючие идут, а они даже не могут, понимаешь, в чём? То есть в этом есть какой-то свой прикол. Это, конечно, немножечко нетолерантно. Мы всё-таки русские люди воспитанные. Но вот иногда хочется, понимаешь, вот иногда хочется такого хип-хапа из шифонера. Поэтому... Хип-хап. Мьюзик. Это мы еще микрофон не раздавали. Микрофон будет позже. Микрофон на базе, да, сейчас, так что мы готовим. Вот это видео, это для души, это не для публики.
От души. А для нас, чтобы мы посмотрели и поулыбались ты в будущем. Ты поснимай, что происходит. Братан, снимаем нахуй атмосферу. Чем, атмосферу чем снимаем. Я вот типа, ну, из Москва-Сити приехал, да? Подожди. Я как бы... Я охуеваю, но не так сильно. А вот если бы я приехал из Яката, понимаешь? Как я, Володя, нахуй. Я вообще бы, блядь, спутал мать. Ты смотри, нахуй, тип по встречке едет. Ты сними, нахуй. Чё, я... Хуй по встречке едет. Как нахуй, смотри, как он стоит, нахуй. Он же неправильно стоит, блядь. А, переходим сюда. Короче, вообще по кайфу, ребята. Вообще от души. Мне реально вкатывает. Я пока... Я вот уже спустя сутки, как бы я одуплился, что я нахожусь в Японии, но пиздец. Ну только вдумайся, братан, Япония, это ж так далеко, блядь. В моем понимании это вообще... Это остров, братан. Это другой мир вообще, блядь. Сними вот это все. И посмотри, что происходит. Вот этот Toyota Crown выпускается только в Японии, только для такси. Вернее, уже не... Смотри, что едет. Вот она. Viva de la noche. Возьми меня, блядь, в Сочи. Вот там девочки не терпятся перейти дорогу поскорее к нам. Да нет, ты еще старый, я реально нахуй. Старый, алло. Короче, офигенно отдыхаем, мне очень нравится. Блядь, не знаю, руки заняты, знаю, давай вот так вот. Сука, старый, ты че, блядь? Слышь, а че она на красный идет? Нахуела, блядь. Она синяя, блядь. Синебут. Вот, знаешь, подержи по-братски. Знаешь, типа вот стоят вот эти вот хуи, блядь. Кукареки? Ну да. Вот эти... Что у него по прическе, ты скажешь? Кукареки. Вот у этих трех. Ну это типа японский стиль такой, это понял? Это японский стиль, да. Такие прически, ты сними вообще, такие прически я носил вот так, когда волосы, блядь, уши прикрыты волосами, классе нахуй в девятом. А сейчас как бы маза уже другая. То, что он, блядь, падет нахуй в нашу камеру, что он пиздов получит, если будет минута что-то лишнее, нахуй. Стой, красный, блядь, эти пидорасы, блядь. Просто быдло ебаное. Короче. Вот. Охуенно, братан. Идем. Реально по кайфу. Я рад, что тебе нравится. Мне вообще вкатывает. Реально. Есть, братан, заебись. Смотри, вот братик его качает, говорит. Не, вот ад его качает, пойдем в клуб, пойдем баб ебать. Говорит, кокаин, maybe. Он такой, блядь. Нахуй. Пока. Thanks. Он тебя понял, да, что пригласил? Да. Телочек быстренько отжахать. Так что, вы не думайте, товарищи наши, хотя кто будет смотреть, это для нас двоих. Ну это можно выложить на YouTube. На какой YouTube? Maybe no, later. Later. Yeah, yeah. Oh. Yeah, I'm not ready right now. I'm not ready. Not ready. Yeah, that's the preparation. Yeah, after preparation. At least I have been free, right? Yes, of course. It's free, like, right? Yeah. Yes? No, only 3,000 yen, free beer. 3,000 is too much, yeah. Yeah, that's too much. 3,000, that's a lot. Free drinks. Oh, so you buy 3,000 and you can drink whatever you want, right? Yes, yeah, but what time? One hour. 1 hour only? Japanese place 1 hour. No. Okay, no. It's much? Too much. If you want to go for 5,000, 90 minutes, free beer. Oh, really? Yeah. Чувак, это на каждом шагу такое. Не ведись это. So yeah, I gotta just see. Two o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock finish, right? Yes, of course, I know it. Yeah, no problem. But right now is good time. Yeah, now is right 12. Right now is 12. So I gotta. Many places are closed. Holiday, right? Close. 1 o'clock, 2 o'clock, close. Okay, later. Not now, yeah. Later, yeah. Okay. Dance club later is better. Dance club go late hour. Dance club, but. Hostess club, we have to go early hour. That's. Hostess club? Yeah, is there many girls in there? Yeah, I know that. Yeah. But we wanna go to like usually bar. Yeah. And not hostess club. You know, you gotta just walk around. Because, you know, right now, the first day for me in Tokyo. Yeah. I just gotta walk around and see the whole view. I see. And then I can fuck girls. Other side have. Drink beers. And I see. You know? Other side have many places. Yes, I know it. Left side or right side, many places. I show all these guys this, like, yeah, thank point you so style. Much. Okay, anyway, thanks so much. Yeah, yeah. Yeah. Have a good evening, boy. Thank you. Раздаем рэп. Yeah. Йоу, чисто, сейчас Словецкий розовый пойдет. Йоу, что у нас связи? Йоу, Керя, Словецкий совсем розовый. Как будто коньяк вытащили из-под носа у него. Такой уверенный, что папирос, только если револьверку носит мазанный. Ничего подобного. Просто моя царевна нрава ровно. Все Андромедой подобрано. Я таю, когда за талию, она мне шепотом. Что все хорошо. И быть может даже в кино потом или снимем сами. Но не покажем роботам, которые ничего кроме мяса не умеют по-французски.
чтобы нам Вась писать, нам не надо музыки. Йоу, чисто, блядь, раздал ногу просто четверостишье с Валентином, с Андрюхой в Токио, на Рапунге. Е, что хотите, то спросите. Просто на местности, йоу, блядь. Кто тут вообще лишний? Никто не лишний. Один майк, одно кредо. Три агрутрика, один куплет, что-то там три... А йоу, что смотришь? Что ты палишь? Хуй ебаный, блядь. Хочешь с нами подпеть? Так давай нахуй, не торопить. Йоу. Это фристайл, это лайфстайл, это Japan. I live here, I live in my fucking place. Йоу, блядь, чисто родник, ты как? Йоу. Я могу следующий трек чисто. Москва, Москва. Россия, матушка. Кого-то этот трек по жизни выручит. Блядь, иди вперед, короче, я буду тебя снимать еще картину. Так нихуя уже здесь нету, правда? Да, братан, мы отсюда пришли. Where you come from? Okay, let's go to the bar. I know good place. I know good place. God bless, baby. Идут впереди шлюхи. Сейчас их снимем. Но не прямо сейчас. А что ты хочешь? Не на кислых щах. Не будем перещать. Типа, это фристайл. Типа охуевает жестко вообще. Йо, это чисто, блядь, майк. Это Russian style. Это big майк. Это борщий майк. Что за керри вышли? Чисто взорвал, задымилась крыша. Два близнеца Байсангур и Гриша. Что слышно? Нормально, да? Вообще красиво. Наша банда легенда, веранда банка, афганка. Фонари кружили танго, под вутанг на площади у танго. Теперь стоянка. Пасмурно, это грязно. Короче, все прекрасно. Прекрасно, днем календаря. Здесь невозможно ни куря. Небо не с голубой, без боя. Тут не добьешься нихуя. Чисто, блядь, джаму нахуй, вечерний Челябинск. Да, что бы, каре? Имакара? О, Пава, No matter where you come from Russia, or from United States, or from Japan, or from whatever, from Africa, or whatever you want, the music is in your heart. Right. No, like Bob Marley said, music is in your heart. Yeah, of course. No matter what. Okay. There is no borders. Yeah, I also like music. No, without music. Yeah, music is hard to hear. Jamal. You know Jamal? Do you know Russian rap music? Russian. Do you know Russia? A big country. Russia. I know Russia. Yeah. So we are from Russia. From Russia, and we love the music. No matter what. This one is from Moscow, yeah. Yeah, like an old school rap music. From same country, right? Yeah, okay. like a west like side, like a Wu-Tang. Wu-Tang, you know? Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. I see, yeah. Okay. That's fucking good music. Okay, guys. Jab. Thanks so much. Ты как? Интереса не скрываю, люди смотрят из трамвая. Авария бывает, игрушка призовая. Рекламирующих зевает, эвакуатор, все разговоры будут матом. Не смешно, не мотиватор, мимо не мое дело. На улице потеплело, на пати влево. Бегло посмотрел на небо, хотел поделать рэп от припева. На куплет одна стене немного корява, но ТГК форева. Ворева, моя манера. Одна любовь, одно кредо, хип-хоп и шифонера. Все постепенно. Новый микрофон, и он новый свет. Дым-машина, сцена. Шелестела листва, шел устала. Дома сметана, хинкали и уже светала. А я и не заметил, и только ветер гонял газеты. О, мэн! We're drinking right now! What up, cousin? Hey, what's up, boy? Yeah, I'm so happy to see you. It's like... No. What do you mean? What do you mean? Yeah, we just buy that. Блять, Ники, слышишь, какое музло играет в баре? Русские ребята? Бардан, засыни саунд, блять. Джейсон Тейтум, мать твою. Сверчайший, блять. Yeah. That's a good place. Калина красная. Йоу. Короче, отдыхаем красиво в иностранном баре. Чисто одни иностранцы тусуются. Сидим, блядь, с типом, нахуй, из Колумбии. Сейчас показывал фотку с ромоделем Фалькао в инстаграме, блядь. Понял уровень, нахуй.
Это не Москва, блядь, и это не Нью-Йорк. Всего лишь две остановочки от Брайта на, блядь, на метро. Эй, йоу! What is it? I don't know. Can I? I just want to tell that, you know, I'm sitting here in a Japan pub between England guys and the Colombia guys. I'm Russian, and we're talking about Japan. It's so fucking comfortable for you. Welcome to Tokyo, my friend. Welcome to Tokyo. I'm so fucking happy. That's an international dialogue. Yeah, you know? That's a fucking perfect. Yeah. Tokyo is amazing. It's a city that you can speak in every single language, and you can learn, and you can teach so many different languages because you're in Tokyo. Tokyo is one of the, four capitals, most important cities in the world. Yeah, after Moscow, right? How do you say my name is in Russian? Меня зовут Тим. Меня зовут Тим. Yeah, my name. Yeah. It's true. Yeah. Your accent is very well. Yeah. Really? Oh, yes, of course. So I'm Russian. I understand you. Really? Yes, of course. You're being very kind. Меня зовут Тим. Привет. And one day you told me like. That's all I gotta say. You know, life is beautiful. Sun is shining. Nah. Sun is not shining. No. It's fucking raining. It's fucking raining all day. Nah, not all day long. It's about only evening. But no matter what, we gotta have a rest. We gotta have a good time in one of the international capital of world. And no matter what, baby. Of course. You gotta do what you gotta do. Monday. Yeah, that's a good day to... Кирилл забыл, блядь. I don't know, it's gonna be empty. Okay. Целый день, каждый день. Yeah, all day long. All day long. So, all day long. Oh, so sexy Japanese girls. Oh, yeah. God damn. God damn, bless. Just show me your pussy juicy and I can give you some, you know. I can give you some of my soul. Let me speak from my heart, baby. So it's from your heart, you know? Yeah. So because it's true. Yeah, my heart is breaking right now. Oh, man. A lot of oh, man, be careful. Be careful yourself. Yeah. So, and there are like little Andrew. Yeah. No, just like, I'm a Russian guy. So you and one day only, you know, in Japan. I got a big boss and I got a good fella behind me. Кирилл нахуй. Кирилл заряжает. The perfect guy from the capital of Great Britain. Okay. For ATM. ATM only. ATM. Cash back. So they need the cash, right? Okay, rap. Джамал. Okay, let's Russian rap. Okay. Russian rap. Первого снега бросит не рябин, на грозди мерябит, между берез сосен. That's a Russian rap. That's a my performance for Tokyo visitors and for Tokyo. I don't give a fuck about who. Like, давай, для колумбийца, нахуй. Russian freestyle rap for a Colombian guy. Alejandro Del Piero. Yeah, he's near me. And he knows how Alejandro. I don't know what you're going. What you wanna do tonight? What you wanna do? What you want for you, lad? Bad boys. What you gonna do? What you gonna do? What you got for you? No matter what, it's Monday or Thursday or Wednesday. You gotta do what you gotta do. If you wanna just have a rest. Well, this is my shock here, but the problem is the Golden Week. The Golden Week is, I don't know what you gonna do or what you gonna get. Exactly. So what you gonna want. What you wanna want. It is what it is, baby. It's raining right now, but we don't give a fuck about that shit, because we are... Of course, yes, it's fucking raining right now, but we are feeling it so good. Yeah, we're just having some fun. So fun, yeah. Yeah, that's okay. Is this David? We are alive. Is this David? All right, yeah. This fellas from Great Britain. David Daly. Are perfect. Oh, yeah. Okay. God bless you, David. No matter what. He's feeling so good. Yeah.
feels so okay good. Let's go to the Russian rap. Yeah, I'm so happy to meet my new friend from Colombia. Yeah. Who knows who's Ramadan Falcao and Matador? No. Oh, man. Hey, oh, no man. Hey, no matter what, the best Colombian player in the world, the Ramadan Falcao, he plays for the Lobby side. In the hole. Fuck. Yeah. Yeah. Fuck our little. Yeah, boy. Show me your ball, baby. Oh, here. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. It's all yeah. Funny. Where are we going? So we're going to the girls bar. The girls. Japanese girls. Japanese girls. Oh, Persic. They are on shit. Oh, is you have a mustache? I have a mustache. This girl is Mr. Man. They like mustache. No. No Japanese. They like tiny balls and tiny dick. Massage. Massage is okay. So later. Everyone later. Japanese girls, I just wanna sing a song about тут работяги на работе. У Димы и Володи что-то снова происходит. Губернаторы, полиция, налоги. День полон дебу, я бы так не хотел. Хотел ёба. Вот там только что мой ном, я как он услим. Меня это немного здесь не привык. А я уже хочу уснуть, что это происходит, я не могу уснуть. Это не рэп, а не хтос, но мне же не хтос. За бою дорогу, щит и хтос пробивает, хтос просто мысли в рот. Ночью не спалось, с неба снег высыпался. Я не выспался, братан. Эй, йо! Мы нахуй зашли, о, Киря. Так, что происходит? Так, нахуй, сейчас поймал нам, блядь, балда. Сейчас поймал нам, алда. Эй, алда, блядь, алда, заткнись, блядь. Алда, блядь, ну-ка нахуй переключаешь, блядь. Эй, what's good, fellas? О, смотри, челюсти, нахуй. Чужой, братан, челюсти, блядь, чужой, нахуй. Hey, Tim, that's a nightclub. Стой, девочки. Monday, yeah, that's a nightclub. 100 knows the good shit, though. All right. Really? You know the best shit. So you say good shit, though. The best shit. The good... here it is. Oh. It's close. Oh, motherfucker. Everybody, they are in vibration. The Capitan is closed in the holiday. Because we play salsa. Tatra is closed? Tatra is closed as well. Okay, let's go. It's what is fucking going on? I can go to sleep. Меня это немного здесь я привык. Okay. It's different. Okay, why not? Why not? Okay, I can. So it's Рейва. Киря, это наши первые покажения, братан. Это первый день, братан. Мы нахуй такие нахуй, блядь, это. Нахуй опять к чужому вернулись. Ты там, слышишь, мы двушку просим, блядь. Нормально. Двушка нормально. Это не три, блядь. Alright, подожди, надо спросить, за что? Это клуб, блядь? Так, ладно, короче, врываемся, нахуй, прекращаем, блядь.